250 компаний из 42 регионов страны. Второй конгресс туроператоров объединил представителей гостиниц, отелей, топ-менеджеров крупнейших туроператоров России, транспортных и страховых компаний. За два дня форума планируется обсудить целый ряд вопросов. Это и ключевые аспекты формирования и продвижения региональных турпродуктов, основные тенденции экскурсионного туризма, вопросы субсидирования перевозок. Также в ходе форума будут подведены итоги туристического сезона 2017. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в своем докладе привел интересные цифры. Как оказалось, очень небольшой процент россиян позволяет себе любого рода путешествия. Абсолютно большинство россиян еще нигде не были. И даже паспорта не имеют. 72% не имеют загранпаспорта. Понимаете? Мы работаем с узким сегментом потребителя. А все остальные либо на дачу, либо около 42% вообще никуда. То есть основная задача – развитие потребительского спроса. А потому необходимо развивать внутренний туризм и формировать интересные предложения для туристов с разными финансовыми возможностями. В Сочи, например, рассказал на открытии конгресса глава курорта Анатолий Пахомов, работает программа «Открытый юг». Ее участники могут отдохнуть в санатории всего за 1400 рублей в сутки. Сегодня те предложения, которые дают Сочи, они превосходят все другие предложения, которые дают иностранные наши компании. И, естественно, я уверен, что при хорошей работе наших турагентов и туроператоров на местах, в своих регионах, туристы из этих регионов, конечно же, выберут Сочи. Анатолий Пахомов добавил, что будет продолжать инфотуры по регионам с презентацией курортных возможностей Сочи. На ближайшее время запланировано посетить 6 городов. Это Пенза, Калуга, Рязань, Курск, Калининград и Тула. А это значит, что уже в следующем году в Сочи приедут отдыхать гости из этих точек нашей страны. Что касается планов на самое ближайшее время, на зимний сезон, курорт планирует принять порядка 1,5 миллиона туристов. Наряду с горно-климатическими курортами, наряду с пляжными курортами у нас активно развивается спортивный туризм, конгресс мероприятия, и поэтому их достаточно немало, они с каждым годом растут и растут, а это значит, что интерес к нашему городу большой, и посещаемость наших курортов будет еще больше. Ну а с возможностями для отдыха гостей в Сочи участники Всероссийского конгресса смогут познакомиться в рамках специальных экскурсий по объектам показа и отелям курорта. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.